Что, хватит зубки лечить? Вы еще не стоматологи. Давайте начинать открывать чупа-чупсы. Ваши чупа-чупсики. Палочка первая очередь. Шо, слезла. Палочки слезли, да? Ой, это полезно, вот так. Раздевайся! Да, девчонки приехали с моря, давно друг друга не видели, да. Сестрички двоюродные, и как Троих всегда приехали к бабушке и начали друг друга обмениваться подарками, зашли в свой домик игровой, да, соскучились по нему. И показывай, Анечка, что ты привезла девчонкам. Бешеную курицу, да? Королюся, тебе нравится такая курица? Вот эту курицу я купила в Бердянске за 20 гривен. Это для кошек или для собак? Это для тебя играть. Собакам они любят мешалки. Это камилочки, да? Да, 50 гривен стоит. Да я цены не спрашиваю, ты просто показывай. Красивый брелочек. Камилочки. Конечно, моему дедушке. А ну дай посмотрю, какой корабль красивый она дедушке подарила. О, обалденный магнитики. Какой. Да, это все магнитики. И бабушке самой тоже. И бабушке. Мне Камила говорила, что у мамы такой магнитик. И кому ты еще привезла? Снежане и Валере, да, мамы? Я хотела Камиле и Королине. Ну, оказывается, ну, спасибо, давай, подарки. Так, ну, а вы что, Анечке, привезли с моря? Ну, это летом, если жарко, то, ну, втыкаешь в телефон, и оно крутится. А ну? И такой чупа-чупсик. И такой чупа-чупсик привезли. Это вы себе прихватили, да, чупа-чупсики? Сейчас, подожди, она посмотрит, что там с вентилятором. Себе. Во, как волосы сразу дуют. Классно дует. Помнишь? Аня сегодня даже заживать успела кусок волос. Что, слезла? Решила попробовать, и у нее сильно-сильно заживало. Так что, если купите такие вентиляторы, аккуратнее надо. Сильно к волосам не подносите. А, ты сняла этот, да? Пропеллер. Так, все понятно, баловники. Так, ну что, хватит зубки лечить, вы еще не стоматологи, давайте начинать открывать чупа-чупсы. Ваши чупа-чупсики. Палочка первая очередь. Шо, слезла. Палочки слезли, да? Ой, это полезно, можно пить. Раздевайся! Раздевайся, лазь! Ой, что-то у меня вы втроем не хотите влазить. Это что такое? Это картофель. Ань, ну в картоне там какой-то сюрприз по-любому. А как ты хотела? Чтоб тебе лизательная конфета там была? Чтоб ты полгода ее лизала? И зубы придется тогда вот твоим вот этим ремонтировать. Нет. Так, Каролина. Да, Шани, Аня, помоги Каролине. Ты так быстро расправилась. Ань, положи пока картон, помоги Каролине. Быстрее открылся, да? Ой, ё-моё, что там? Клеем пахнет. Клеем. Я думала, конфетами. Аня, ну ты вот тоже не делай, зубы не поломай.
Да, точно пойдем к стоматологу завтра. Один маленький. Это называется чупа-чупсик. Это штамп. Подожди, давай у Камилы сначала. Лего. Вот такое яичко. Пап, это вкусно. Бабочка. Так, а это что, Камила, у тебя? Это что-то распечатаем, да? Камил, помнишь? А ну давай, это у Камилы да. Яйца? Помнишь пуделя? Пуделя, помнишь? А, это надо собрать что-то, наверное, да, Камил? Камил, это надо поломать. Бабочка. А ну собирай, а. Я пуделя поломала. Ну точно. Сейчас, ой, сейчас откроем. У меня штамп, у меня Микки Маус. Без лица. Это пуделя Мумо. Без лица. Смотри, Камил, без лица Микки Маус. Аня, почему без лица? Это пудель. Не нарисовали лицо, что ли? Нет. Ладно, забыли, наверное, нарисовать. Это бургер. Это пудель. Бургер. 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 Вот. Красивый у Камилочки пуделечек попал. У меня киндер. Вот это конфета. Сдавайтесь. Да почему у меня маленький? Ой, чупа-чуп, я нашла его. Добавка к чупа-чупсу, да? Нет, это хуй. Обещали много чупа-чупсов, что получилось. Она тоже без любви. Получились разные подарки. Смотри, хотелось, мне покупали такое за 8, там было 8 чупа-чупсов. А что случилось? Аня, тут зато яйца, игрушка. Так, давайте помогайте Каролине открыть. Камил, смотри, прикол, Камил. Камил, смотри, мне это не нравится. Ай. Я не могу это открыть. Это тут типа слишком много. Смотри, сколько. Камил, помогай Ане, а Ане не в состоянии открыть. Вот. Давай помогай тебе. Все, давай теперь Каролине, она дальше справится. Ого, они 8, у меня 4. Пожрать мне дали. Может, тебе что-то еще вкрапнуть? Ань. Что там, легко открывается? Нет. Понятно. Все, давай, она сама. Как я не. Так, открывайте, что тут в этих, Камилочка, открывай. Киндер. Аня, открывай. Королюся, ну показывай киндер. Что там у тебя еще? Что тут, Аня? Ты мне показывай, а не Аня. Чупа-чупсик. Конфетки есть, а? Ой. А у меня кит нету. Колюси, машинка. А у меня есть кит. Машинка. Есть колесико. И спиннер. И спиннер. Открывай, Королюсь, вот эту вот бумажку, что там. А как это сделать? А ты меньше кричи, а лучше делай. Мозгами думай и делай. У меня колесики не одеваются. Что там, Каролина, у тебя? Конфетки. Давай, карате! Как он тут делает? 7-8. А у Камилы меньше, зато у нее качественный пуделек хороший. Подстава. Так, ну ладно, девчонки, давайте разбирайтесь с игрушками. Давайте, всем пока. Пока-пока. Пока-пока, Каролин. Пока-пока.